Bütün valideynlərə arzumuz budur. Və bir daha təşəkkür etmək istəyirəm. David bəyə təşəkkür etmək istəyirəm. Yusifa xanıma təşəkkür etmək istəyirəm. Həm də onlar çox yaxşı insanlardılar. Həqiqətən yaxşı insanlardır. Çox mehribandılar. Я правы говорю или нет? Скажите вы про Йосифа Хану, про господина Давида. Да, Йосифа Айхал, она объясняет, вот где поражение мозга, и каждый день она очень впечатлительная, и ребенок уже спокойно у нее, да, вот я рядом сижу, и Давид тоже, вот с родителями он особо всегда вот разговаривает, совети, даже вот иногда я говорю, да, вот ощущает мою депрессию, если вот когда первый раз приехала, а я говорю, Давид, откуда вы знаете, он говорит, я дистанционно, я могу лечить, да, вот тогда он уже... Я поняла, что он это чувствует. Я потом я сказала, да, я в депрессии, потому что она у меня единственный ребенок. Единственный ребенок. Да, и я желаю, что она жила нормальной жизнью, училась, работала, и за здоровьем тоже. Все будет хорошо. Но они мне сказали, у этого малыша есть шанс быть нормальным и успевать за все в течение этот год. Я сказала им, она уже на год отстается. Вот она должна была это сделать, когда ей был год, а сейчас ей два. Вот они меня вот успокоили, что она быстро, вот дети, когда начинают заинтересоваться, они быстро развиваются. Вот, все будет хорошо. Да, спасибо. Я хотела добавить еще по поводу темы депрессии. У нас, нашу семью это тоже не обошло стороной. Мою старшую дочь в 14 лет постигла это несчастье. По-другому не назовешь, потому что с 14 лет у нее началась депрессия, суицидальные мысли, панические атаки, тремор. То есть это ребенок, который был потерян для себя, для нас. Она была в своем мире. Хотя до этого развивалось абсолютно нормально. И когда мы год назад приехали на лечение с Никитой, я уже просто не знала, потому что мы с ней тоже прошли всех врачей, и медикаментозно мы лечились, и у всех неврологов, психологов. Я уже пожаловалась Давиду, говорю, просто помогите, я не знаю, что с этим сделать. Она была на приеме у Давида 3 раза. Всего за 3 визита. Он убрал нам депрессию, мы уже год без нее, без панических атак, без тремора. То есть ребенок стал счастливый, и она сначала, это произошло вроде бы как спокойно. То есть, сходила на визит. Что от этого изменилось? А что было на визите? Точно не могу сказать. Что-то поговорил. Где-то за руку подержал, где-то потом они поддерживали связь дистанционно. То есть продолжилось дистанционное лечение. Но это тоже было буквально несколько диалогов. Но депрессии у нас нет, и это счастье. Слава Богу. Екатерина ханым сөйлюр ки, оларын... Əslində, bir oğlu 7 yaşlı Nikitanın müalicəsi üçün onlar müraciət ediblər Uşaq İnkişaf Mərkəzinə, Bir David Mərkəzinə və onun 14 yaşlı qızında da yeni yetməlik çağındadır və uşaqda bir depressiya başlayıb. Panik ataklar başlayıb, qorxu başlayıb, depressiya başlayıb. Valideynlərin bir çoxu uşaqları ilə bərabər yeni yetməlik dövründə bunu yaşayırlar. Oğlanlarda da olur, kızlarda da olur. Ve deyir, biz başımızı itirmişdik. Ailəlikcə deyir, depresiya içərisindəydik. 7 yaşında uşağın vəziyyəti bu. 14 yaşında qızda da panik ataklar başlayıb. Bir sözlə də ailə təlaş içərisindədir. Ve deyir, mən əlaçsız formada, halda David bəyə söylədim ki, bizə kömək edin. Mən başımı itirmişəm, mən nə edim bilmirəm. Oğlan belə, qızda da artıq bu hallar başlayıb. Ve deyir, məni sakitləşdirdi. Ve 3 dəfə onların seansı oldu.
14 yaşında kızımla deyir, onların 3 dəfə deyir, seansları oldu, 3 dəfə müalicə belə deyim də, keçdilər və o müalicədə deyir, yəni psixoloji müalicədir bu deyim əziz tamaşaçılarımız. Burada dərmandan söhbət getmir, burada hansısa deyək ki, aparatdan söhbət getmir. Psixoloji, necə ki psixoloqlar, necə ki seanslar keçirlər, psixoloji bir seansdır və deyir o 3 seansdan sonra uşaq deyir özünü xoşbəxt hiss edir, uşaq deyir depressiyadan çıxıb, uşaq deyəndə ki 14 yaşında qızdan gedir söhbət. Yəni heç bir aqressiyası yox, panik ataqdan əsər əlamət yox. Yəni ailə bunu yaşayır da uşaqlar üzərindən bunu yaşayır əziz tamaşaçılarımız.